Очень бы хотелось рассказать, как происходила стоянка в этом порту. Здесь остановились не только мы, а еще какие-то другие маленькие такие вот суда, которые вот производят там какую-то научную работу. И их лодочки, эти тузики, метались туда-сюда, туда-сюда. Красивое, конечно, зрелище, но опасно, если ты знаешь, что наступает этот Харикейн Ли. Смотрите, как они едут. Все люди в этих спасательных костюмах. Если, не дай бог, что-то случится, он там выпадет с завода на воду. То есть ему повезет, его спасут. Вот так вот. Они такие быстроходные телочка. Посмотрите, в них сидит уйма народу. Все куда-то едут с берега. И мимо нас. Таких вот лодочек прошло, ну, наверное, 10, вот так все перегруженные. Прут на свой корабль. Какие-то научные экспедиции. Вот так вот. Красивая бухта. Вот если посмотрите на всю Канаду, все дымит. Красиво. Работает. Блин, посмотрим, что там шторм натворил. Как он выглядит. Пойдемте, выйдем на улицу и посмотрим, как там сейчас на улице, какой ветер, качает нас или нет. Но все прошло, наверное, ночью. Ночью так качало, так кидало, как будто ты был по щебенке тебя тащил за ноги. Ну, страшно было, конечно. Но сейчас уже более-менее ураган нас прошел, ушел вперед. Ну, он и потерял, в принципе, все силы. Так что ничего такого сегодня страшного не будет. Качает ветер, холодно. Ну да ладно, все пароходы, корабли качаются. Что ж ты поделаешь? Народ еще спит. Никто не хочет никуда выходить. Наверное, проснуться, побегут кушать, как всегда, все толпами. Ну, давайте посмотрим на наш пароход Voyage Joy. Я люблю этот пароход. Он настолько приятный, хороший, красивый. Новый почти, там сколько лет. Большой экран, где можно сесть, посмотреть. Джакузи, сидит в джакузи, смотрит кино. Или пойди в бассейн. Дети вон прыгают по всем этим коркам, не вылазят. Им не важно, какая погода. Холод, жара. Будут сидеть там с губами синими. До последнего. Пока родители не прохмелеют и не вытащат их оттуда. Ну, вот так вот никто не будет орать. Эй, выходи, бегом. Потому что ты простудишься, потому что что-то с тобой случится, а всем наплевать. Они сбиваются в стаи и там мокнут сутками. Родители поймают, отведут на форму. Вот так вот. Мое любимое место, я люблю по вечерам, когда показывают ночное кино, смотреть. Расставляют стульчики, берешь себе такой пледик, садишься и смотришь там вверху, когда в Карибском круизе. Звездочки, все красиво, теплый ветерочек. И смотришь фильм, как в детстве, в пионерском лагере в летнем кинотеатре. Приятно. Ну, вокруг музыка еще бывает. Аниматоры тебя развлекают. Ну, когда тебе развлекаться? Для этого есть бар. Пойдешь, там, пару коктейлей выпьешь, пополнишь свой, так сказать. Так, ходим по кругу, большие волны, мы не можем войти в пол. Ну что это за 4 метра за волна? А если сейчас выйдем в Атлантик-Сити, в Атлантический океан, там было еще больше. Капитан сейчас наш примет решение, куда нам идти. Ни с кем. Вот так вот. Ну, идемте еще раз пройдемся.
попал. Это красиво. Шторм был сумасшедший, одним словом. Флаг сняли, потому что его обрывает. Вот. Окно не отклеилось. Выклеили, клеили, выклеили, клеили. Скоро висят убрать. Прикольно. Вот какие огромные. Ну, тут более-менее. Я. Quiet zone. Тихо сидеть, не разговаривать, поспать, почитать книжечку. Спокойная зона. Вот. So my name is Bill, and in Spanish it's Guillermo. Is that it, Guillermo? You? I'm not sure. I think maybe Guillermo. Yeah. Okay. I'm probably not.